Блины с капустой, корицей, яблоком, творогом и курагой приготовили студенты третьего курса факультета технология продукции общественного питания. Никита Никаноров, потомственный повар, говорит, что любовь к кулинарии заложена в генах. Блинчики есть свободные, то есть вот квачковая икра, кушайте, угощайтесь. Значит, вот блинчики опять с луком и зеленым яйцом. Так как у нас год овцы сейчас, вот у нас блинчики с брынзой, тут с добавлением чеснока и зеленого лука. И как настоящий повар, Никита имеет собственные секреты по приготовлению блинов. Их нам не раскрыла и Екатерина Соснова, преподаватель технологии продукции общественного питания. Бабушка у меня кондитер 5-го разряда. Ну, как бы все в семье вкусно готовят, и мне тоже захотелось, и как бы в дальнейшем хотелось бы иметь свое дело. Они сами замешивают тесто, сами выпекают блины и блинчики. Поэтому вы можете сегодня все это продегустировать. Дегустация удалась. Спустя 5 минут на столе ничего не осталось. Ребята и взрослые с удовольствием съели солнечные угощения. А все потому, что приготовлены они были с душой. Раду Гурдиш, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение.